Избрание меры пресечения одесскому активисту Сергею Стерненко в Шевченковском райсуде Киева превратилось в настоящее политическое шоу. В здание суда ворвались сотни митингующих, сторонников активиста, долго пытались сдержать полиция и нацгвардия. Но силовикам под ноги бросили дымовую шашку, а в толпе под зданием суда зажгли фаеры. Спасатели развернули пожарный шланг на случай оперативного тушения. Все это действие сопровождалось выступлениями сторонников радикала. В их исполнении все как обычно. Власть негодяй, Стерненко – истинный патриот и борец за свободу Украины. Накануне, напомню, Сергею Стерненко вручили подозрение по статьям умышленное убийство и ношение холодного оружия без разрешения. Прокуратура просит для него круглосуточный домашний арест. Речь идет о событиях мая 2018 года, когда на фонтане в Одессе Стерненко нанес смертельный удар жителю Черноморска Ивану Кузнецову. Экспертизы подтвердили, что радикал убил человека, догнав его и ударив ножом в сердце.